Так, девчоночки, а давайте глянем быстренько на минуточку расклад. Послание от высших сил. Давайте три карты. Кто? Ага. Надо кому-то, девчоночки, обязательно дары принести. Помните, я говорила, да, что нужно давать дары не больным людям, а заниматься благотворительностью именно кошечки-собачки. Это обязательно. Вы должны принести какой-то дар, чем-то пожертвовать. То есть сейчас говорят, что вы входите в состояние равновесия. То есть это прекрасно. И что у вас, ну, все будет, ну, очень мощно, очень круто развиваться. Угу. Замок огонь. Вышли из какого-то заточения прям. Да, какой-то негатив рассеялся. Ваша оболочка, наконец, ваше тело, да, приходит в норму, и вас ждет огромный качественный рост. То есть вот этот мощность и рост, это как раз и говорит о том, девчоночки, что вас ждет что-то прекрасное, но вы должны все-таки что-то дать. Если вы дадите, то что? Все будет очень ускоряться, да. То есть восстановление идет очень крутое по всем сферам жизни. Выздоровление, возобновление отношений, восстановление связи с родом, кому-то вернут долг. Будет все очень круто, но вам нужно это сделать, девчоночки. Услышьте меня, пожалуйста.